Рота, подъем! Медленно, медленно, Лера, Костя, медленно. Рота, отбой! Молодцы, быстро, ну давайте еще разочек. Рота, подъем! Рота, отбой! Подъем! Отбой! Отбой, подъем, подъем, отбой, отбой, подъем, подъем, отбой, отбой, подъем, 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 отбой. Ну, не, неплохо, неплохо. Солдаты с вас, конечно, такие себе, но ладно. Сейчас по одному, все, успокойтесь. Сейчас по одному идете вот в тот сундук, забираете свою солдатскую одежду и потом возвращаетесь обратно каждый свой компостер. Быстро! Дети мои, сегодня я собрал вас здесь, как вы понимаете, не просто так, а потому что одна молодая женщина, девушка, которая играет со мной в этом мире, очень сильно обнаглела. Как подписчики начали писать в комментариях, то что Екате жопику не хватает, ну в смысле троллинга не хватает. Я так подумал, то что давненько я ей этот самый троллик не устраивал. Сегодня не будет никаких колодцев желания. Сегодня не будет никаких скидываний Елизаветы из Эльфелевой башни. Сегодня не будет никакой брони, зачарованной на проклятие несъемности. Сегодня будет настоящая обсираловка, как говорится. И как раз таки из-за этой самой обсираловки, которую Катя испытает в следующей серии выживания, мне нужна ваша помощь, солдаты! Рота, отбой! Отбой, рота! Молодцы, Лера, слишком медленно, слишком медленно. Рота, подъем! Поэтому запоминайте каждый свое задание. Хавчик, ты первый! Молодец, Хавчик, по уставу обращаешься к генералу. Твоя задача прямо сейчас отправиться в ад и найти вот эти фиолетовые деревья, которые Кате понравились из нового снэпшота. Все, давай, побежал. Твое задание, Стасик, мне розовый бетон нужен, чтобы обустроить наш троллинг. Все, давай, побежала. Ты, Костя, вот это... Мне нужно, чтобы ты пошел и притащил мне 3 живых пауков. Ну, тебе нужно их приручить и мне сюда притащить. Все понятно? Как ты это сделаешь, Костя? Да мне какая разница, ты солдат или я солдат? Я тебе дал задание, ты задание должен выполнить. Ты, Лерочка, пиперочка. В смысле, что надо? Ты как по уставу обращаешься к генералу? Ты у нас самый опытный майнкрафтер. В скобочках нет. Мне нужно, чтобы ты отправилась в ад и добыла 1 башку визера. Вот прям сейчас. Давай, побежала. Чё, как? В смысле, чё, как? В ад идёшь, башку визера притаскиваешь. Давай, быстро. Лера! В ад пошла! Притащила башку визера! Пока до тебя дойдет, родить можно, Лера. Тебе, карась, наверное, одно из самых сложных заданий. Я не знаю, как ты с ним справишься, но мне и пофигу, честное слово. Мне нужно... Подойди сюда. Да, я тебе на ушко нашепчу. На ушко. Мне нужно, чтобы ты притащил мне командный блок. Без командного блока троллинг не будет таким эффективным, как с ним. Где ты его найдешь? Да мне какая разница, ты солдат, ты должен выполнять задание, мне без разницы, можешь его родить, если хочешь, этот командный блок, можешь его там в приюте усыновить, я не знаю, давай, побежал! Так, а вы, пупок и малек, что бы вам дать, какое задание? Ты, пупок, пойди и найди мне 14 стаков цветов и притащи сюда, только розовеньких всяких. А ты, малек, ну, ты у нас, видно, самый адекватный в команде с таким-то лицом, да? Пойди сделай парочку зелий невидимости, они мне точно пригодятся. Давайте, побежали, 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 пупок, малек, давайте, 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 за работу, за работу! Ой... Катяжопик, катяжопик, не сладко тебе придется в этой серии. Ну, в следующее выживание, я имею в виду. Ну как бы, а чё? Она первая начала с этим сраным, с беседкой вот этой, запретила мне в нее ходить, потому что она ее якобы построила. Но она-то забыла то, что беседка находится на моей территории, значит и беседка моя. Ой, зря ты начала эту войну. И Катя-бумбулька. Ага.
старенький дом Екатеридзе, в который она переезжает каждый раз, когда мы с ней ссоримся. Последний раз она здесь жила, наверное, месяца 2-3 назад, и то я даже не помню из-за чего. Ну, наверное, из-за того, что она со мной поссорилась, потому что я с ней не ссорился. Я решил то, что хорошей идеей будет построить троллинг именно здесь. А учитывая то, что я читаю комментарии всех подписчиков, ну, только тех подписчиков, которые подписаны на канал, те подписчики, которые не подписаны на канал, те комментарии я с Катей не читаю. Именно здесь я построю небольшой такой подвальчик, в котором будет находиться этот самый троллинг. Подвал не будет глубоким, но будет страшным, это самое главное. Только чтобы он был страшным, мне надо дождаться наркоманов этих Петровичек, которые мне перенесут уже мои ресурсы. Вы где ядрить колотить-то? О, Стасик, здорово! Бетон принесла? Ага, ага. Все, хватит, хватит. Да хватит. Все, спасибо. Хавчик, ты что принес? Молодец. Все, хватит, молодец. У нас будет девчачий, розовенький, но уже страшненький, темненький подвальчик. И сейчас мне нужно вырыть нормальную такую дырень и потом застроить ее розовым бетоном. Поэтому пару секунд и все будет готово. Наркоманы Петровичи, шагом! Марш! По одному! Заходим и проходим вниз. Вниз проходим. Следующий! Быстрее, солдаты! Вы что такие медленные? Давайте! Ага, малек, давай. Ага, Стасик, Карас и там Лера потерялась. О, выкидывай бошку, хватит с ней баловаться, давай. Ага, спасибо, Лера. Запомните, наркоманы Петровичи, все, что произойдет в этом подвале, останется в этом подвале. Хоть здесь пока что и темно, как в заднице у крипера, но ваша задача, чтобы все эти стены в ближайшие 5 минут превратились в розовые. Поэтому забирайте вот этот весь розовый бетон, который принесла Стасик, и перестраивайте все. И погнали! Молодцы, мои миньоны, молодцы. Хорошо справились со всем. А сейчас попрошу вас покинуть это здание, потому что мне сейчас нужно здесь будет произвести троллинг. Поэтому я вас приглашу, когда все сделаю. Давай. Побежали. Лера, не отставай от всех, давай. Ну а сейчас то, чего мы ждали так долго всю эту серию. Сейчас будет время троллинга. Нужно здесь вырыть небольшую такую комнатку, поставить сюда ступеньки, и здесь у нас будет находиться дверь, а за дверью будет происходить что-то страшное. Механизм для этого троллинга очень простой. Всего лишь нужен один повторитель, несколько редстоунов, один поршень, который у меня потерялся, походу, где-то вот здесь, да, одна стойка брони, которую сразу можно поставить вот сюда. Поршень и слизень. А где мой командный блок? Я же командный блок просил у карася. Почему мне кто его не притащил-то сюда, а? Здорово, карась! О, спасибо большое, как раз таки вовремя. Ага, и командный блок мы ставим вот сюда, снизу. Вот так. Нужно прописать секретную команду. Пердона. Вот так. И, конечно же, чтобы здесь стояло, нужен сигнал. И сохраняем. Эта команда нужна для того, чтобы командный блок издавал ужасные звуки, когда здесь будет открываться дверь. Вот это наш будущий скример. И на это место нужно еще поставить дверь. Ту самую фиолетовую дверь, о которой так давно мечтала Катя. Кнопку ставим вот сюда, а дверь ставим на место стойки для брони. Вот так. Красота какая! И сейчас мне нужен доброволец, чтобы испытать вот этот троллинг-механизм. Мне нужна одна девушка, которая сможет открыть эту дверь. Опа, Лера, ты же вроде девушка или нет? Ну, давай, заходи сюда, заходи и спускайся вот в этот секретный подвал. Вот так же будет с Екатей Жопиком. Она будет в своем доме, увидит секретный подвал, такая зайдет в него, понюхает цветочки, получит аллергию, 20 раз чихнет и потом увидит то, что там у нас стоит какая-то секретная дверь. Естественно, ей станет интересно, что же находится за этой дверью, да, Катя? И Катя захочет тыкнуть на эту кнопку. Если не захочет, тогда я ей скажу, что на нее надо тыкнуть. Катя! Ну, в смысле, Лера, на счет раз, два, четыре тыкай на эту кнопку. Давай. Раз, два, четыре! Все, стоп!
стоп, все, Лера, успокойся, психика твоя не нарушена, а вот Катина психика точно будет нарушена. Все, уходи отсюда, уходи. И вот сейчас вот этот скример нужно поставить вот сюда обратно. Все работает очень просто, когда нажимаешь на эту кнопку. Все люди, которые находятся в этой комнате, сразу же обсираются. На, подписчики в комментах плохого не напишут. Зато напишут, как сделать так, чтобы Катя обосралась 20 раз за одну серию. Так, Костя! Я же вроде тебя отправлял за тремя пауками. Где пауки? Костя, приручил пауков? Костичка, давай, мне очень сильно нужны эти пауки. Затаскивай их внутрь. Давай, Костянчик, давай! Да, спайдермены, внутрь, ёперный театр. А на меня-то за что? Я вам чтоб какое плохое зло-то сделал? Ай, вот сюда, давайте, падайте внутрь. Костя, затаскивай их. Да не ты падай, а чтобы пауки внутрь упали. Вот тут, вот сюда. Ну, кто-то хотя бы один спрыгните. А, ты малек. Молодец, взрывное притащил, как я и просил. Яйца-то зачем? Господи, эту идею мне тоже написали подписчики в комментариях. Если второй пункт нашей обсираловки будет вот этот скример, который выпрыгивает из-за двери, то первый пункт обсираловки будет вот этот. Если бросить зелье невидимости в пауков посередине ночи, они станут невидимыми, но их красные глазища будут видимыми. И когда Катя зайдет в свой дом, 20 раз обосрется, то что по ее дому летают какие-то призраки с красными глазами. После этого спустится вот сюда вниз в подвал, откроет вот эту дверь. И там инфаркт, так даже не я ж сам заикаться начал после увиденного. Солдаты! Точка сбора, Эльфелева башня, встречаемся под ней, быстро, не опаздывайте, сейчас будет быстрая рота отбой. Давайте, все за мной, фантома главное там сзади убейте. 3 секунды, чтобы все были в компо. Ёперный, едрить, когда убить, да господи, да убить, мистер Крипа убить. Кстати, Лера, убейте мистера Крипа, он же сейчас взорвет это все, ну ёпер, ну если сейчас... Кто последний залезет в компостер, тот лохозавр. Осталось всего лишь 2 компостера, 2 ком... всего лишь... Ну вы сами виноваты, то что компостеры взорвали. Вам там не тесно, вы вдвоем в один компостер залезли, не? Ну ладно. Солдаты! Что напоследок нужно сказать подписчикам? Подписка большая в холодосе, сосиска, а солдаты пишут, если солдаты пишут то, что подписка большая сосиска в холодосе, значит, надо все же подписаться. Тебе надо подписаться, а Кате нужно комплект запасных памперсов взять на следующую серию выживания, потому что ей будет 100% не сладко. Молодцы солдаты, рота отбой, ядрить колотить, давайте. Ага, все.